играю Факторио 1. 1-0, наверное. Ну, где тут справка? В общем, недавно вышел релиз. Факторио играю. В этой игре нужно строить и воевать. Так, мины взорвались. Мины взорвались. Посмотрим, где они взорвались. Где они взорвались? Ну, вот здесь. Вот, мины взорвались. Пушка лазерная чуть-чуть повреждена. Сейчас строительные роботы принесут новые мины взамен тем, взамен тех мин, которые взорвались. Вот мертвые жуки валяются. Сильные. Зеленые жуки сильные, синие жуки слабые. Вот. Да, починили. Строительный робот починил лазерную пушку. Ладно, пойду дальше. Ай, ладно, все. Так, тут у меня строительные роботы рубят лес. Деревья помечены крестиками. Это значит, что строительный робот прилетит, срубит дерево и улетит с древесиной. Ну еще по пути некоторые строительные роботы берут с собой динамит и взрывают скалы. Выравнивают землю. Ландшафт выравнивают. Здесь у меня будет железная дорога. Сейчас я начну ее строить. Точнее, это будет продолжение железной дороги. Для чего я уже забыл? Для чего железная дорога-то? Ой, куда? О, нет, не так. Вот так. Еще вот так чуть-чуть. Состыковка есть. Все. Остановка железнодорожная будет. А! Этот поезд будет перевозить мне снаряды артиллерийские. Потому что снаряды артиллерийские производятся только на одной базе. И поезд будет развозить эти снаряды на другие базы. Где мой поезд? Вот он, локомотивчик. Нужно сейчас будет преодолеть множество проблем, чтобы запустить, чтобы доставка снарядов началась. Так, ответвление сделаем где-нибудь, неважно где. Ответвление обязательно должно быть двухсторонним. Так, в эту сторону и в эту сторону. И состыковка. О, нет, неправильно. О, правильно. Все. Вот так. Будут поезда ходить здесь у меня. Ну, теперь светофорчики поставлю. Светофор разбивает железную дорогу на блоки. И правило светофора очень простое. Поезд не может заезжать на занятый блок. Если на блоке есть поезд один, то другой поезд туда не заедет и не будет аварий. Я разделил светофорами железную дорогу на блоки. Сейчас. Вот красный свет, значит, что блок занят. Красный светофор. Вот зелененький. Светофор показывает, что в эту сторону, вот стрелочки показывают, поезд может проехать. Потому что следующий блок не занят. Ну, он, конечно, не занят. Ни одного поезда здесь, большого поезда здесь не поместится. Так, надо добавить. Надо соединить с остальным участком, с другим участком железной дороги. Как-то, каким-то образом. Ай, не так. Это не будет. Это будет... Не так. И не так. Ну, что получится? Не получится, наверное. А, получилось. Все, состыковали. Теперь светофор. Так, надо светофоров доделать. Светофорчики надо доделать. Опа, мне не хватает чего-то, чтобы получить светофоры. Железа не хватает. Эй.
Все есть, кроме железа. Надо железо заказать, чтобы роботы, транспортные, логистические роботы, транспортные роботы принесли мне железо немного. Железные пластины. 300. Больше, чем достаточно. Так, светофоры надо поделать еще. Светофоров нужно много. Вот таких. Цепные светофоры. А здесь что? Так, тупиковые рельсы надо убирать. Сносить надо. Так, чтобы была прямая ветка. Блоки. Раздельные. Так, а! Сюда же надо еще. Так. Оп. Вот так. О, у этого светофора проблема, я его снесу. Все. Разбил. На блоке. Светофоры не мигают. Вроде все в порядке. Две мины взорвались. Посмотрим, где они взорвались. Вот здесь. Вот две лазерные пушки. Почти что сломались. Три лазерные пушки. Повреждены. Две мины взорвались. Сейчас строительные роботы прилетят. Все восстановят, все починят. Так, тут два сообщения. Нет науки, нет снарядов. Ну, сейчас одну из проблем я решу. Со снарядами. Так, соединил я железную дорогу. Станцию построил. Поезд поставил. Теперь мне нужно подачу топлива обеспечить. Бесперебойную. Синий сундучок. Ага. Рабопорт поставлю. Пусть здесь будет рабопорт. И подача энергии. Подача электричества нужна. Все, рабопорт у нас питается электричеством. И вступил, подсоединился к общей сети рабопортов. Много рабопортов у меня здесь. Сейчас посмотрю, сколько рабопортов. 232 рабопорта в этой сети. Так, мины взрываются, жуки взрываются, дохнут. Так, ну здесь мины взорвались, потому что по ним плюются жуки. Спитеры плюются, разрушают мины. Если это битер, он бежит и взрывается на мине. Итак, теперь манипулятор здесь будет. Манипулятор... Не, так, к манипулятору сигнальный провод обязательно. Чтобы манипулятор не загружал топливо в вагон, это может произойти, нужно манипулятору задать программу определенную. О, железо появилось у меня. Так, станция будет читать номер поезда, буква Т. И манипулятору я задам условия работы. Манипулятор будет работать только тогда, когда сигнал Т больше номера поезда. Минус 1000. Я исхожу из того, что номер поезда больше, чем минус 1000. Ну, я видел только поезда с идентификатором больше нуля. То есть, если поезд какой-то подошел, он выдает сигнал Т со своим номером, и манипулятор начнет работать. Сейчас мигающий треугольник, желтый, показывает, что нет электричества для этого манипулятора. Я поставлю подстанцию. Все, манипулятор готов к работе. Теперь логистические транспортные роботы будут таскать уголь много. Полный сундук будет. Это 2400 угля. Все, полетели. Транспортные роботы полетели. Сейчас они забьют этот сундук углем, топливом. Задам первую остановку для поезда. Это будет эта же остановка. Она называется Фокс. Лиса. Фокс. А. Поезду добавлю эту станцию. Это его будет одна из конечных станций. Точнее, одна из станций, в общем, промежуточная.
поезд будет бесконечно курсировать и развозить по базам снаряды артиллерийские. Пока что поезд в ручном режиме. Итак, Фокс, где она? А вот она. Условия ожидания. Полный. Оп. Полный. Как называется? Как называется? Полный вагон. Когда наполнится вагон полностью, поезд тронется. Второе условие. Неактивность. 5 секунд достаточно. То есть. И, то есть одновременное выполнение двух условий. Наполнение вагона и безактивность поезда и вагона. То есть если в вагон или в поезд ничего не загружается, то есть в вагон топливо, если загружается, поезд будет стоять. Когда загрузка топлива закончится, погрузка топлива, и вагон наполнится снарядами, поезд тронется на следующую станцию, название которой я еще не написал, не задал, потому что я эту станцию еще не построил. Вот, загрузка пошла, вот топливо загружается. Теперь нужно на другой базе, на моей базе, станцию для этого поезда отдельную построить, чтобы там помещался еще вагон. Как-то во время записи все-таки медленнее игра происходит. Анимация медленнее. Чуть-чуть. Так, снесем скалы. Оп, роботы снесут скалы динамитом. А я бегу, бегу. О, несут динамит. Я бегу к своему пешеходному. Ой, пассажирскому поезду. Это мой пассажирский поезд. Поеду я на свою базу, на первую базу свою. Small Center. Так, с собой ничего не надо взять. Да, ничего не надо. И построю. О, я вижу на карте точками красные жуки. Изображены красными точками жуки изображены. Посмотрю, как они нападают. Сейчас на минах будут, на минах подрываться. О, толпой собрались, идут. Сейчас будут приближаться и ускоряться. Особенно битер зеленая. О, побежали, побежали. Мины взрываются. Все, битва закончена. Эй? Да, эти жуки тоже побежали. Все, битва окончена. Что я потерял? Ничего не потерял. Просто что-то чуть-чуть повреждено было. О, железная дорога немного повреждена. Ну как? Ладно, продолжаю играть. Сейчас я подумаю, что и надо с собой взять. Ехать далеко, не хочется просто так возвращаться. Пока я не знаю, что нужно туда взять. Вроде все есть. Так, железо. Так. Сделаю я запасные сигнальные светофоры эти, цепные. Ладно, поехал я на свою первую базу, которую я создал в игре. Сел в поезд. Вот я тут нарисовано. Я запустил. Ой, 5 ракет запустил уже. О. Что-то ракеты у меня непрерывно запускаются и ресурсы расходуются. Надо будет как-то автоматические ограничения поставить на запуск ракет. А то они будут постоянно запускаться. И бутылки серые, белые бутылки некуда будет девать. Их и так некуда девать. Энергии не хватает. Так, ладно, поехал. На угле, конечно, поезд не очень быстро едет. 250 км в час. 260 км в час примерно. Едет. Да, чувствуется нагрузка, а во время видеозаписи компьютер медленнее работает. Да, ехать еще дольше теперь, пока видео записывается. Вот моя империя. Большущая. На карте видны черные квадратики. Это поля
солнечных панелей. Солнечные панели занимают огромные площади, и энергия, которую они дают, мала. Не хватает энергии на развитие науки. Поэтому надо будет атомную энергию развивать. Уран я уже добываю с помощью серной кислоты. Так, что у меня тут? Ничего. Приехал. Железную дорогу я взял с собой? Да, взял. Немножко. Не хватит. А вот здесь я построю, пожалуй, станцию. Так, это взорвать. Рабопорт. Где? Рабопорт. Появись. Так, энергию к рабопорту надо поставить. Провода подвести. Что-то много сигналов. Опа! Сломаны три пушки лазерные. Что-то серьезное. Вот тут радара нет. Тут что? Артиллерия. Угу. Что еще? Оу! 17 мин взорвалось. Оу! Дело опасное. По-моему, жуки здесь победили. Радар сломан. Пушки лазерные разбитые. Посмотрим, энергия туда приходит. Да, энергия поступает по проводам. Значит, все в порядке. Значит, пушки защитят эту точку. А, может, и не защитят. О, дело плохо. Ой-ой-ой-ой. Ну, ладно, роботы, строительные роботы все это восстановят. Прилетят, поставят заново все, что там сломано. Постепенно. Не сразу. Опа! Все, скалу взорвали. Эту скалу взорвем тоже. Дерево будет срублено. Пум-пум-пум-пум-пум. Пум-пум-пум. О! Это нам не нужно сейчас. Что ж, все. Ой, как много всего ломается. База моя ломается. А, нет. Если они тут пройдут, жуки, ой, мне будет кранты. Нет. Роботы, я слышу, как роботы строительные ремонтируют пушки. Радар я потерял, но радар здесь строительный робот поставит заново. Какой кошмар. Продолжают ломать что-то. О, ну жуки взбесились. Аккумуляторы мои ломают. Это вторая база моя. Юго-восточная часть базы. Кошмар. Кошмар. Далеко прошли жуки. Надо бежать. Ну потом, ладно. Пусть ломают все, я потом все восстановлю. Что ж, вечно бегать, что ли? Ой, не там поставил. Надо поставить. Оп, подземный транспортер. Синенький поставлю. Красненьких у меня с собой нету. Оп, руда пошла. Ой, рабопорт мешается. А, поставлю здесь. Поставлю два рабопорта вместо одного этого. Ой, жуки все ломают. Прям сердце разрывается. Ну ладно. Закончу здесь. Все исправлю там. Это я снес. Железную дорогу сейчас закольцую. Так, тут подземный транспортер. Конвейер. Ой, промахнулся. И так промахнулся. Все ломают что-то. Ох уж эти противные жуки. Так, это я сделал. Что ты будешь делать? Все ломают. И артиллерийскую пушку сломали. Что там, энергии что ли нету? Где у меня радар вообще все? Что ты будешь делать?
Думаю, какая-то. Так, тут энергия есть. Мне кажется, энергии нет у меня. Где-то. А, о, артиллерия стреляет, посмотрю. Энергия есть. Энергия есть здесь. Радар тоже нет. И радара нету. А, где радар? Нет радара. Так гляди. Все сломали. Из-за чего? Ой. Все заново строй. Надо достроить это. Там посмотрю. Оп. Так, здесь поставил. Теперь отсюда. Вот так. Теперь разделим на блоки железную дорогу. Все что-то ломается. Ой, какие разрушения у меня глобальные там. Все, железную дорогу разбил на блоки. Здесь можно поставить станцию. И подача артиллерии, артиллерийских снарядов начнется. Ой, все поломали мне, гады. Все, становится, это все не важно. Сейчас, а, поезд. Все, сюда может приехать уже поезд. Щелки. Все, я поехал на базу. Что за ерунда? What the hell? Как называется, Алан, потом посмотрю. Как называется станция эта? Так, у меня логистики нет ничего. Сейчас разберусь. Немел 909. Станция моя на второй базе. Поехали разбираться, что там не так. Наверное, электричества нету. Энергетическая катастрофа привела к захвату базы жуками. Временный захват. Ой, все поломали, все производство мне. И даже нефтяную буровую установку. Помпу нефтяную сломали. Три помпы. Бедные строительные роботы. Сколько у них работы впереди? Сейчас приеду, разберусь, что не так. Все что-то ломается. Так, смотрим. Так, эти пушки снесены. Чертям все. О, ну-ка, поменяю амуницию. Так, что же здесь случилось? Энергии нету. Я потерял энергию. Видимо, жуки сломали одну вышку, которая обеспечивала энергией всю базу. Где-то вышка, где-то там. Где-то впереди. О, что я натворил? Где-то вот я ошибся. Нет энергии, нет защиты. И жуки все ломают. Все ломают. И где они это сломали, мне эту вышку? А у меня стена есть? Есть 25. 25 блоков. О-о-о. Сейчас я буду бежать и смотреть, искать сломанную электрическую вышку. И далеко бежать придется. Видимо. Все в порядке. А ладно, поменяю костюмчик. Тут нет ничего. Если что, постараюсь убежать. Вот она, сломанная вышка. Ладно, поставлю взамен. И начнется восстановление базы, автоматическое восстановление. И поставлю здесь забор. Раз уж жуки сломали эту вышку, они вышки не ломают электрические. Ну вот сломали одну. Гады. Хорошенько ее защищу. Все, стен больше нет. Все, теперь база сама по себе, пока есть там строительные роботы, хотя бы один, будет восстанавливаться. Строительных материалов, сырья там полно. Неожиданный, нет, ну, ожиданный поворот.
предсказуемый, да и неприятный, редкий случай. Жуки редко ломают электровышки. Линии электропередачи. Все, подача электричества восстановлена. Все, оставшиеся в живых... Сколько их осталось? А! Их нет ни одного. Строительных роботов нет. Только транспортные роботы остались. Ладно. Сейчас я закажу себе строительных роботов. Пусть будет 500. Быстрее все восстановится. О, мне их, вон, 2000 еще запасных. Сейчас транспортные роботы принесут мне этих строительных роботов. Я их запущу в сеть. Не понял. Что есть, чего нету? Нет свободных строительных роботов. Всего 178 строительных роботов есть. Но их недостаточно теперь. Для этой сети большущей. Сейчас высвобожу. Нет, 500 многовато роботов. Зачем они так много, 500? Хотя они энергии не потребляют. Апкипа здесь нету. Можно огромное количество роботов запустить в сеть. Они, если не двигаются, если они не работают, сидят в робопорте, они не потребляют энергию. Я так понял. Опа. Ой-ой-ой, как много всего. Поломано. Так, чё, где мои 500 роботов? О! Количество строительных роботов в сети восстанавливается. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну-ка, скорее-скорее. Костюм поменяю. У меня мощный защитный костюм, он стреляет лазерами. Ой, кто-то звонит.